Пожар с погибшим произошел в Юрьев-Польском районе. Сигнал о том, что в селе Красное Заречье загорелись два соседних дома, поступил спасателям в начале 11 вечера. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По деревянной постройке быстро распространялся огонь. В результате к приезду пожарных пламенем были охвачены дом, гараж, две хозпостройки. У второго дома уже тлела кровля. Пожарные локализовали возгорание на площади 174 квадратных метра и не дали огню уничтожить второй жилой дом. Как сообщают в региональном МЧС, на месте пожара обнаружили тело мужчины, предположительно 1959 года рождения. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Позже стало известно, что в доме проживали мать с сыном. На момент возникновения пожара женщина самостоятельно покинула дом через окно. Мужчине, к сожалению, спастись не удалось. К тушению было привлечено 22 человека и 7 единиц техники. В Коврове 18 марта около полудня пожарным пришлось тушить квартиру. Горение происходило на площади 10 квадратных метров. В квартиру на третьем этаже пожарные попали через окно. С помощью трехколенной лестницы и спасательного устройства они спасли из помещения мужчину 1952 года рождения. Он получил ожоги рук и лица. Кроме того, из дома эвакуировали 7 человек. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники и 10 человек.